Ну что, друзья, всем привет. Да, хочу записать несколько видео. Точнее, сначала хотел записать одно видео, но потом, когда набросал план, понял, что это будет какой-то пятичасовой концерт. И навряд ли кто-то досмотрит его до конца. Да, поэтому решил разделить это на несколько видео. Сколько их будет, понятия не имею, потому что только сейчас начал все это записывать. Вот, да, о чем хотелось поговорить. Но я думаю, вы видите, что постепенно TikTok Shop начинает набирать обороты. Вот, где-то месяца два тому назад меня тоже заинтересовала эта тема, поскольку до этого я лет 6, может, 6,5 или 7 даже продавал на Амазоне. Вот, поэтому, то есть, у меня есть представление, что такое онлайн-торговля, что такое e-коммерция и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и тут я услышал про TikTok Shop и увидел, что он сейчас очень хорошо конкурирует с Амазоном. На Амазоне с каждым годом все сложнее и сложнее продавать, куча всяких верификаций, одобрения, банов и так далее, и так далее. Вот, поэтому меня заинтересовала эта новая площадка. Расскажу свой путь вообще, как, что, где что покупал. Ну, где что покупал, наверное, не буду рассказывать, чтобы никого не рекламировать, но какие-то полезные, нужные ссылки, которые реально, то есть, мне пригодились в работе, ну, я расскажу. Сразу говорю, я не претендую на лавры гуру TikTok шопа, я просто обычный чувак, который 2 месяца тому назад им занялся, прошел уже какой-то путь и хочу поделиться этой информацией, потому что еще буквально 2 месяца тому назад, когда я в YouTube либо на каких-то других источниках пытался найти какую-то информацию о TikTok шопе, но не было ничего. Абсолютно. То есть сейчас я захожу, да, там какие-то ребята рассказывают про регистрацию, есть реклама одного курса, вот, ну и все, собственно говоря. Какие-то иностранные источники тоже смотрел, читал, все очень поверхностно. Вот здесь я постараюсь дать побольше, как сказать, такой полезной информации. Не знаю, запишу видео, как выглядит рабочий кабинет, то есть как добавлять товары. Вот, возможно, у кого-то из обучальщиков отберу хлеб этим самым. Ну, сорян, ребята, да. Вот, готов поделиться этим всем бесплатно. Ну, с чего все началось? Началось с того, что услышал, что TikTok Shop круто, да, то есть кто-то рассказывает, что там десятки тысяч долларов, там за один день, вообще все классно, круто, интересно и так далее, и так далее. Не все из этого правда, сразу скажу, забегая вперед. Может быть, даже большая часть это неправда. То есть, особенно из-за уст тех ребят, которые там на фоне Лос-Анджелеса, на фоне Мерседеса, такие все, я это заработал за один месяц. Молодец, дружище, давай. Вот, так, ну, первое, с чем я столкнулся, это, собственно говоря, с поиском аккаунта, то есть вообще, как его можно сделать, зарегистрировать, на кого можно зарегистрировать, какие есть аккаунты, какова вероятность бана и так далее, и так далее, и так далее. То есть стал изучать эту тему. Да, и что я выяснил, то есть аккаунты, ну, можно сказать, есть 3 типа. Первый – это на физическое лицо, второй – это на LLC, и третий – это на корпорацию, на корп. Аккаунты можно зарегистрировать только на жителя Соединенных Штатов Америки, то есть не обязательно гражданин, но главное, чтобы у него был либо паспорт, либо права, одно из двух надо, и налоговый номер. Поэтому, если у вас нет налогового номера, вы не сможете зарегистрировать на себя, даже если вы хозяин LLC, то есть, если у вас LLC есть. Ну, давайте по порядку. Итак, аккаунты на физиков. Их, да, если вы не живете в Америке, вы на себя сделать не можете. Вы можете сделать это на кого-то из друзей, знакомых, либо купить эти аккаунты. Я задачился вопросом покупки аккаунтов. Когда еще, скажем так, Денис даже не переименовал группу и не добавил сюда TikTok, то есть уже стала появляться первая информация, вопросы, я тоже спрашивал, где можно купить аккаунты и так далее, и так далее. Налетела куча ребят, которые, да, все, аккаунты есть, все, бери. Я стал им задавать вопросы, я говорю, а что, как, то есть, а как по налогам, а как долго проживет аккаунт, ничего не знаем, все, аккаунты есть, бери, вот, 450 баксов, все, да, забирай. Ну, естественно, меня эта информация не очень устраивала, стал больше интересоваться, углубляться в этот вопрос, понял, что, да, вопрос налогов очень так меня беспокоил, потому что если там указывается налоговый номер, соответственно, если ты делаешь на кого-то из знакомых, то тебе потом придется платить эти налоги. Если ты делаешь на какого-то другого чувака купленный аккаунт, как, что потом будет, потому что TikTok отсылает налоговую информацию, они с него потребуют денег, то есть, а что он вообще сделает, то есть, непонятно.
Да, поэтому, как сказать, вариант оформлять на друзей я оставил на потом, для того, чтобы для начала разобраться в этом вопросе. Поэтому я стал искать, где можно купить аккаунты и что там будет с налогами. А мне сказали, если аккаунт покупной, то у них в Штатах после Нового года, январь, февраль, март, 3 месяца для подачи налоговой декларации. То есть, если ты не подаешь налоговую декларацию, то, соответственно, они потом еще месяца 2-3 могут тебя дербанить по этому вопросу. И потом, возможно, твой аккаунт забанит. Потому что чуваку придут налоги, он скажет, а схерали эти налоги, я вообще этим не занимаюсь, то есть не знаю, обратиться в TikTok Shop, скажет, что это фейковый аккаунт, и тогда твой аккаунт забанит. Это в теории. Так, вот, потому что TikTok Shop, он организовался в сентябре того года, и в принципе истории покупных аккаунтов ее сейчас нету. То есть непонятно, что будет с этими аккаунтами. Я, по крайней мере, не слышал ни одной истории, чтобы у кого-то забанили покупной аккаунт вот из-за налогов. Может быть, потому что покупные аккаунты, они только в этом году появились. Может, до этого только американцы торговали, и у них все чисто, все хорошо с налогами. Я не знаю. Сколько проживут покупные аккаунты, то есть непонятно. Но в теории, то есть они могут, если вы в этом году берете, то январь, февраль, март, где-то апрель, май, до мая, то есть они могут прожить эти аккаунты. То есть в теории. Что будет на практике, ну, давайте поговорим в следующем году на эту тему, тогда будет понятно. Вот, то есть, в принципе, да, стал узнавать, почем можно купить аккаунты. Цена везде была сначала стандартная 450. Потом я нашел ребят, которые за 350. И я такой, о, да, классно, круто. Прям через несколько дней мне другие говорят, за 300 сделаем. Я такой, блин, ну за 300 это лучше, чем потом за 450 где-то брать. Возьму на всякий случай еще. Взял за 300. И тут мне прям через неделю говорят, есть за 250 аккаунты. Вот, взял и за 250, ну, короче, в итоге взял 3 аккаунта на всякий случай, просто по, как сказать, по принципу работы с Амазона, пусть лучше будет, а хуже не станет. Вот, где брал аккаунты, я рассказывать не буду, рекламировать никого не собираюсь, потому что, ну, как сказать, мне эти аккаунты ребята не бесплатно давали, я их покупал, поэтому смысл мне их рекламировать. Может быть, если будут давать бесплатно, тогда поговорим на эту тему. Пока что так. Вот, то есть нашел аккаунты. Да, сейчас я вам давайте покажу, что вы получите. Вы получите вот такую вот папочку, ну, грубо говоря. То есть, да, удостоверение личности, это водительское. Ну, тут данные там на почту аккаунта, это я светить не буду. QR-код, для чего он нужен, я пока не разобрался, еще ни разу его не потребовали. Да, выписка из банка, и это я просто вот сделал дубликат, чтобы отсюда удобнее было копировать. Вот, то есть вот такая вот штуковина. Вот так. Да, ну аккаунты, они, соответственно, должны быть либо на ВДСе, либо на прокси. Я на Амазоне долгое время работал на ВДСе, но что-то мне в последнее время все стали говорить, что, ну, ВДС и глюча там и так далее, переходи на прокси. Я послушал этих людей, да, перешел на прокси, и поэтому здесь, упс, не то, да. Вот, короче, это называется, как у меня эта штуковина-то называется? Сейчас я найду, как она называется. Она называется AdPower Browsers. Вот так вот эта штука называется. Вот, да, что тут по ней рассказать, быстренько, да, расскажу. Ну, короче, обычная виртуальная штуковина, обычная, да, для браузеров, железо она меняет, прокси вы покупаете на любом сайте. А что касаемо вообще ТикТока, они очень лояльны в плане места вашего нахождения, то есть какие-то... То есть, если на Амазоне там какие-то проблемы с перемещением, с IP и так далее, а с ТикТоком этого вообще нету. То есть, единственное, что, чтобы вы находились в США. А какой штат, то есть, это вообще без разницы, то есть, им вообще по барабану. То есть, ТикТок вообще очень лояльная контора пока что, скорее всего, потому что сейчас их задача привлечь клиентов, привлечь продавцов, покупателей, но потом они, скорее всего, будут закручивать гайки, но это будет потом. Пока есть возможность, скажем так, снять сливки с этого продукта, почему бы это не сделать. Вот, поэтому там даже есть такая штуковина, типа вы вообще можете добавлять для вывода средств метод вообще не свой и
как сказать, друга, соседа и прям указывать его имя. То есть в этом ничего страшного нет, но это я потом расскажу как-нибудь. Ну, в общем, да, через виртуальный браузер, да, как им пользоваться, ну, я не буду это уж рассказывать. Там в YouTube посмотрите, все очень просто. Скачивайте, добавить профиль, прокси и все, и погнали. Вот, и, соответственно, то есть через него потом заходите. Вот у меня тут уже открыто. Как раз тут страничка. Да, здесь показывается, где вы находитесь. Ну, вот я, собственно говоря, в Чикаго нахожусь. Да, также вы получаете гугловскую почту и, собственно говоря, аккаунт TikTok Shop именно. Потому что аккаунт TikTok и аккаунт TikTok Shop это разные вещи. И про это я сейчас тоже вам расскажу, потому что я вот, скажем так, немножечко врюхался с этим вопросом. Потому что вы покупаете аккаунт TikTok Shop. Так вот выглядит стартовая страница. Да, тут смотрите, тут все продавцы, ну не все, но скажем так, те, с кем я столкнулся, у кого покупал и с кем я общался, они продают аккаунты TikTok Shop, вот, но к ним не привязан аккаунт TikTok. Вот, это, как бы так сказать, это на 50% урезает возможности вашей работы. То есть вы не сможете сами размещать видео, потому что у вас нет аккаунта, и не сможете пускать рекламу, то есть на свой продукт, потому что у вас нет аккаунта в ТикТоке. Поэтому, то есть вы, если покупаете аккаунт, обязательно покупайте аккаунт, чтобы был и ТикТоковский. Сейчас многие продавцы, да, многие не продают. То есть не знаю почему, по какой причине, но скорее всего по причине, что был вопрос, нужен TikTok Shop, они херакс, где-то его сделали, все, вот TikTok Shop, типа про аккаунты TikTok никто не спрашивал, потому что никто не знал, что они нужны, то есть да, вот тут вот видите, у меня не привязан, но его лучше, когда вы будете покупать аккаунт, чтобы был еще аккаунт TikTok Shop, то есть трясите своих продавцов, потому что сделать аккаунт TikTok Shop, это в принципе очень просто, очень элементарно, к тому же TikTok разрешает на одного человека зарегистрировать 5 аккаунтов, до 5 аккаунтов, поэтому проблем с этим быть, ну, не должно. Вот. Ну, по крайней мере, аккаунтов TikTok Shop. Обычных аккаунтов, честно скажу, не знаю, но в любом случае можно сделать какой-то там фейковый аккаунт. Но я думаю, уж ну, не проблема для продавцов это сделать. Но они, видно, пока никто не просил, не в курсе, они это не делают. Но это надо. Вот, да, то есть, и, собственно говоря, получаете вы вот такой вот аккаунт. То есть, сами аккаунты, разница LLC, Corp или физика, ну, кроме как там в настройках, то есть, никакой нет, они выглядят все одинаково. Итак, да, аккаунты на физиков, как я сказал, то есть, разброс цен от 250 до 450. Вот, обязательно требуйте вот эту вот штуку, чтобы была вот привязка, иначе, ну, вы не, ну, не сможете полноценно работать. Вот, это что касаемо физиков, да, если вы не гражданин, вы не сделаете, ну, точнее, если вы не живете в США. А что касаемо LLC, все точно так же, то есть LLC должно быть, как сказать, на гражданина США, потому что там все равно потребуется налоговый номер и потребуется фотография прав, либо документа, ну, ID-карты, паспорта, то есть что-то такое. То есть, если вы, у вас есть LLC, но вы не живете в США и у вас нет этих документов, вы не сможете сделать аккаунт TikTok Shop. И третье, то есть это когда на корпорацию делают, но там просто получается, что у вас корпорация, вы вводите туда человека, который типа там, как сказать, управляющий, главный, ну всякая такая штуковина. То есть регистрируете на него все это дело, а потом вы его просто тупо типа увольняете. Вот и получается у вас корпорация, она ваша. Вот, ну, аккаунт в любом случае, то есть на корпорацию, но данные этого человека, то есть это все равно должен быть какой-то близкий, знакомый человек. Вот, по LLC аккаунтам я смотрел, там что-то от 700 баксов до 1400. Вот, но я пока решил не делать аккаунт на LLC, потому что, ну, потому что я взял сейчас самые дешевые аккаунты, чтобы просто затестить, посмотреть вообще, что как, то есть как работает, потому что тут совсем другая система, то есть тут не как на Амазоне, то есть каталог, ты борешься за отзывы, за место в этом каталоге, то есть тут вообще все по-другому, я про это все буду рассказывать, но я говорю, сейчас вот хотел просто попробовать, но в будущем, конечно, наверное, лучше работать в белую, вот, делать аккаунты на LLC, то есть, либо на корпорацию и уже работать, то есть, нормально. Но там просто возникает такой вопрос, есть люди, кто хотят, прям хотят в белую работать, но тогда, соответственно, вам в конце года придется платить налоги. Вот здесь, если вы делаете на физика, аккаунт, ну, например, он там стоит там $350, то есть, вы отработали год, этот аккаунт забанили, тут еще такая штуковина, что вот на данный момент вот товары, которые вы выставляете,
Но как-то особо не имеет, что ли, значения. То есть нету такого, что там накручена куча отзывов, и вам жалко этот листинг. То есть там, потому что с другого аккаунта вам не получится прикрепиться на этот листинг. То есть если вы сделали этот товар на этом аккаунте, то он только здесь и остается. Вот, соответственно, если этот аккаунт забанит, на другом аккаунте вам просто надо будет делать, то есть, ту же самую страницу. Но на данный момент, я не знаю, может быть, если страница реально очень там какая-то крутая, раскрученная, есть смысл за нее держаться. Потому что, я пока что не понял смысл держаться за эти страницы. То есть, ну ладно, бог с ним, забанился аккаунт, просто сделал другую страницу, и также, то есть, ты раздаешь, потому что люди, они покупают твой товар, они видят, например, блогер, и они там называются, как они там, инфлюенсер, короче, какое-то заморское слово, я их называю блогер. Вот, вы можете называть их как угодно. Это люди, которые, собственно говоря, будут рекламировать ваш товар. Вот, они берут товар, то есть, и они его показывают, что как, что к чему. И люди, покупатели на ТикТоке, они, то есть, это видят, и они, ТикТок это вообще эмоциональные, импульсивные покупки. То есть, это не для тех людей, которые, а, надо углубиться, а что там, что, как, почитать аннотацию. То есть, они видят такие, о, классно, круто, интересно. Но все, да, хочу взять. Вот, и поэтому им глубоко по барабану, насколько у вас там прокачана эта страница, еще там что-то, то есть, ну, как-то так вот, по крайней мере, то, что вот я сейчас наблюдаю, может быть, со временем моя позиция поменяется по этому вопросу, но пока что вот так вот. Вот, поэтому, если, например, у вас там, не знаю, по LLC налог за год там накопился, ну, грубо говоря, вам надо заплатить там, ну, не знаю, 5000 долларов налогов, вот, а аккаунт физика стоит 350, который вы можете, то есть, потом похерить, ничего не платить, купить новый аккаунт, также продавать, то есть, там товары, в конце года опять его похерить, и вы потеряете всего 350 долларов, а налогами вы заплатите, ну, не знаю, больше. Вот, то есть, тут уже дело сугубо индивидуально, то есть, решайте сами, то есть, если вы так быстренько срубите денег, то, наверное, вам подойдет вариант, то есть, покупать аккаунты физиков. Если же в долгую на постоянку, то, наверное, лучше LLC, то есть, я потом буду делать LLC, сейчас я работаю на физиках, потому что сейчас я, ну, просто смотрю, что это за площадка, тестю, что как, что к чему. Вот, это что касаемо аккаунтов. Еще, когда вы покупаете аккаунт, то есть, да, я уже сказал про эту штуку, вы еще обратите внимание, знаете, на что? Сейчас я вам покажу, на что. Вот, тут есть вот этот вот раздел. Это типа как user permission на Амазоне. То есть смотрите, чтобы тут никого не было добавлено. Потому что если кто-то будет добавлен, соответственно, человек может управлять вашим аккаунтом. Если никого нет, значит, никто не сможет управлять вашим аккаунтом. Вот так. Ну вот, привязанные, да, аккаунты. Здесь вот у меня нету, то есть он не привязан. Вот, вы смотрите, чтобы лучше у вас был привязан. Но, в принципе, по аккаунтам, какие бывают аккаунты, как их можно сделать, наверное, все рассказал. Если какие-то вопросы будут, спрашивайте, задавайте, на все отвечу. Вот, подсказки, если, потому что я говорю, я не позиционирую себя как гуру TikTok-шопа, вот, если вдруг какие-то бывалые люди, которые давно продают уже на этом маркетплейсе, то есть есть какие-то там подсказки, варианты, не стесняйтесь, да, я готов, как сказать, все это обсудить. Если есть желание записать видео совместное, также пообщаюсь с удовольствием с умным человеком. Да вообще с удовольствием бы познакомился с людьми, которые продают на TikTok-шопе. То есть я какие-то знания свои, они какие-то знания мне. То есть, не знаю, сделать какие-то коллаборации, поработать вместе. А потом, не знаю, ну, у меня, да, есть аккаунт, но я попозже буду это все рассказывать, показывать. Вот, то есть есть аккаунт, возможно, вы давно продаете на Амазоне и хотели бы перейти на TikTok Shop, но какие-то там проблемы, загвоздки с аккаунтом, может, нету знаний. Но у вас, например, там, не знаю, на Препе, ну, есть 50 единиц не очень нужного вам товара. Ну, как, 50 единиц, скажем так, для раздачи, так-то больше, например, товар. Можно через мой магазин, например, раздать эти товары, посмотреть, какой будет спрос, и вы там уже дальше решите, интересно вам, неинтересно TikTok. То есть я говорю, я открыт к любому общению, к любому объединению, к любой работе вместе, к любым пожеланиям. Поэтому вот так, вот так, да, наверное, уже до хрена наболтал по первой части. Дальше, собственно говоря, сделаю обзор вот Seller Централа. Вот, что тут, куда нажимать, для чего, то есть вообще с чего начинать работу. Потом, то есть, не знаю, добавим товар. Вот, раздадим товар, ну и будем смотреть, как, собственно говоря, кто нам будет отвечать на него.
Ну, в общем, такой прям вот работа онлайн. Хочу записать вот несколько таких видео, как вообще все это происходит, какие, насколько отзывчивые блогеры, как потом после их эфиров, то есть продается товар. Поэтому, да, если есть какие-то предложения, что-то сделать, давайте сделаем.